14-й дом Палідяшинського у Могильові. Скатний дах на одвісах, лідяши і сніжні шапки. Мінус 15 уночі і мінус 5 у день – такі перепади роблять свою справу. По мірам наліді здивляються навіть в опитні висотники. Смотри, який лід. Ти, мабуть, слишком високо не підіймаєш, щоб його придержати хоча б. Спочатку убирають снег, потом сякеры и старанно, как не пошкодить дах, выбивают лед. Скидывают глыбы так само осторожно. У низи шматликие вывески, кондиционеры да козырки гандлевых кропок. Передавай мне куски, я их буду вас скидывать. Очистка дахов у зимку – наибольшая проблема для центра Могилева, где у основным сконцентрована старая забудова. Першамайская, Ленинская, Пионерская, минавито тут зараз без перапынки проектируют автовышки. Порядка 8 единиц. Спецтехники – это автовышки, ежедневно трудятся на жилом фонде Жрево-Ленинского района. Дополнительно привлекаем сторонние организации. Только у первом ЖЭУ больше за 70 домов со скатными дахами. Как тримать ситуацию под контролем, створили додатковые бригады. Очень период для нас тяжелый. В 7 утра мы обходим дворовые территории. С утра ставим сразу ограждение, опасные зоны. Натягиваем ленту, чтобы наши граждане видели. Вот такие стушки – знаки небезпеки. И на это коммунальники просят жихаров звертать увагу. Конечно, опасно. А как бороться, не знаю. Может, крышу сделать более современную. Ну да, сосульки есть. Но я так понимаю, этим занимается вышка. Вот, поэтому убегаю. Мы уже люди не молодые, и нам опасно. Мы идем тихонечко, и сосулька может упасть. Я думаю, что они уберут. За снегопадов и перепада температуры наледь утворается знову и знову. На одном и тем же доме дах приходится чистить по несколько разов за сезон, кажут працовные. До речи, на этом доме за опошние 5 дзен высотники працуют другим разом. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, Новин Регион.